Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и мы начинаем прохождение StarCraft Wings of Liberty. Ну что ж, для начала я хотел бы сказать огромное спасибо людям, которые, в принципе, и скинулись на эту игру для того, чтобы я ее и проходил. Я хочу сказать спасибо. Это Павлу Рогалику, небезызвестному на моем канале. Я хочу спасибо сказать Игорю Ефросинину, а также Николаю по прозвищу Труфет. Ну что ж, ребят, спасибо вам огромное за помощь каналу. Вот, ну и, соответственно, специально, можно сказать, для вас, да, и для всех остальных я начинаю прохождение кампании. Я немножечко поиграл. Вот, соответственно, так чисто потестить. Вот, и, соответственно, запускаю дальше. Благодаря тому, что ребята скинулись, мы имеем следующее. Мы имеем Wings of Liberty, Heart of the Swarm. Я думаю, что если будут заинтересованы, мы можем также собрать сумму. В принципе, там по 50 рублей, если кому не жалко, то можете прислать нам мани, и будем продолжать прохождение. Соответственно, благодаря тому, что у нас есть Wings of the Liberty, мы уже можем играть рейтинговые матчи, чем мы, в принципе, на стримах и займемся. Ну что ж, дорогие друзья, новая кампания, давайте боец выберем и, соответственно, начнем. Компания Blizzard разрешает использовать катсцены. Говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? По-моему, это заставка из, по-моему, самого первого StarCraft, если не ошибаюсь. Ой, там было что-то похожее. Дядька. Пойдет, дядька. Заключенный, встаньте на платформу. Накачанный парниша. Blizzard Entertainment представляет. Знаете, судя по качеству видео, мне кажется, что его прям взяли из первого старика. Вот. Арестант 626. Убийца. Пират. Предатель. Сегодня ты выходишь на свободу. Но скоро ты поймешь, что даже у свободы есть цена. Новая эпическая музыка. Больше эпичности. Компания приглашена. Ну да, это первым стартапом был точно такой же. Сначала пиратом. Собран и запаян. Моя тюрьма всегда будет с тобой. Добро пожаловать в новую клетку. Тебе ли не знать? Грядет война. И она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финкли. Мистер Финкли. Свобода ждет. Свобода. Черт. Давно пора. Эх, мистер Финкли.
знаете, наверное, когда выходил StarCraft 2, вот, соответственно, вот эти слова «черт, давно пора», уже все поклонники давно запустили стратегию. Еще давно хотел запустить на своем канале стратегию, но, опять же, благодаря Трофету, Рогалику, Ефросинину Игорьку, Максу Старостину, вот, соответственно, мы можем запустить данную замечательную игру на канале. Вот, я опять же повторюсь, собираем сейчас на следующее дополнение. Кому не жалко, ссылка на WebMoney и Яндекс деньги в описании. Только не более 50 рублей, ребят, не загоните меня в краску. К другим новостям. Император Артур Минск провел пресс-конференцию, посвященную 4-й годовщине окончания так называемой войны зергов. На конференции побывала Кейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зергов все еще очень велика. Но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер, представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в 6 колониях и похитила огромное количество оружия. А это... Госпожа Керриган. Когда она еще была призраком. Напомню, с Джоном Рейнером была любовь. Преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Переводчик озвучивает Антонио Бандерас в фильмах. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Станция Дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Окей. Ну, нужно совершить диверсию. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дальняя в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население... поддерживает антиправительственные. Она похожа на Гладос, не правда ли? Но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Окей. Высаживаемся, значит, и будем сейчас устраивать диверсию для того, чтобы не добывались там ресурсы, да? Ну что ж, я прям предвкушаю эту игру. Очень хочется. Особенно рейтинговые бои, которые вы будете видеть на стримах. Их очень хочу поиграть. Но сначала надо научиться хотя бы азам. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Давайте. Обратите внимание на качество графики и качество картинки. Что, о, собачка побежала. Командир, обучающие видеоролики готовы к просмотру. Мы не будем их смотреть. Рейдеры вперед. Рейдеры вперед. Рассредоточиться. Собачка бегает. Смотри. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. Не ходите по этой дороге. Это женщина. Можно попробовать. Я не подведу. Ох, прикольно. Рейдеры вперед. Рейнер, убить его! Вали! Так, у нас уже битый солдат. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Смотрите, какая корова. А, прикольно, да? Ходит. Мир живой. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир. Уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. О, хорошо. За
Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте, Стэнд. Сделано. За мной. Рейдеры вперед. Битый, да? Тебе один выстрел остался. Можно попробовать. Давайте сзади пойдем. Хватит прохлаждаться. Я не подведу. А где все? В атаку. Рейдеры вперед. Я уже тоже назад, не меньше потерь. Убеди меня. Так, человеки. Моя семья. Мои соседи. Не нравится мне все это. Рейдеры вперед. Вооружен и опасен. Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек. Огонь! Давайте, ребята, подходим. Надо тебя видеть, Рейнар! Ждем приказаний! Подавили. Новый пехотинцы. Гордитесь своим трудом. Бум! Пошел вон баллон. За мной. Так, нам сюда. Рейдеры вперед. Я не подведу. Очень мне нравится, как выполнена планета. Попробовать. Так, где тут совсем битый парниша? Давай назад. Оставим их интеллектом. Хватит прохлаждаться. Да. Ты только интеллектом и можешь. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Угу. Маленькие прикольные человечки. А, бежи, куда? Они ой, стреляют по мирным жителям. Вперед! Рейдеры вперед! Так, понятно! Подожди! За мной! Да, несем потери. Ой! Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнар. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. Слушай, Рейнар, башня. Да мне и кого с неба видно. Мы с вами, рейдеры. Да, вами пропустим. За мной. Это закрытая территория. Вы арестованы. Не, закидали. Мы тебя прикроем, Рейнар. Я не подведу. Хорошо, так. О! Надо уничтожить. Поможем, поможем, поможем. Помочь. Так. Что, можно взорвать? Рейдеры. Нет. Так, да, так вот, два отношения. Кстати, мы два стенда доминиона не нашли. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но где оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Окей, вот мы и победили. Так. Продолжить. Так, следующее. Опять мы видим на экране нашего призрака бывшего. Колония Марсара. Бар у Джарея. Опять он бухает. Опять ты бухаешь, Рейна. Откуда вы здесь взялись? Знаешь, для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить
тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Так он там в шлеме с сигаретой не сдохнулся. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам? 60-40. 70-30. В мою пользу. Нормально. Прям как в старые добрые времена. Именно. Так, смотрите, как интересно. Какая-то такая меню появилась, да, можно потыкать. Давайте посмотрим на новости. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень спасибо, рады. Спасибо, Кейт. Ага. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. Вот они, новости. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Окей, викинг. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми. Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Так. Керриган. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Ну да. Я все думаю, что она мертва, но она все равно хуже. Так, ну это просто... Так. Что это за пойло? Может, это поболтаем? Не мое дело? Но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в Новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, сказочно. Это я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю. Так или иначе, власти Менгска придет конец. Окей, у нас осталось последнее задание, да, активно? Давайте тогда приступим. Прикольно. После вашей операции
На Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Мянгска. Тем временем бывший заключенный Тайкус Финдли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдли может принести значительный доход. Окей. Начинаем. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Угу. Идем на базу Доминиона. Окей. Ну дадут нам строить-то. Вне закона. Ключевые моменты. Игра автоматически сохраняется. Если вы используете затруднение, можете загрузить сохраненную игру и попробовать другую тактику. Окей. Есть работенка. Так, что случилось? Что происходит? Строим. Командир, программа склада. Обучения обновлена. Осмотрим территорию. О, в контейнерах. Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Так, с той стороны. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре. И отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Приказы будут? Окей. Так, КСМ строится. КСМ готов. Кого подлодать? Хранилище надо построить. Подишки. Бегом! А то мы уже вот-вот получим то, что у нас не будет хватать. Недостаточно минералов. Окей, ладно. Ну, уже хранилище строить, а... Я уже заждался. Так. Требуется... КСМ готов. Ну, давай, давай. Готов? Так. Казармы. Еще не будем строить? Хранилище. Так. Недостаточно минералов. Недостаточно. Кому наверх? Недостаточно минералов. Ну давай уже. Недостаточно минералов. Вооружен и опасен. Так. КСМ готов. Сюда КСМ. Твой. Есть, сэр. Что на новенького? Не то нажал. Так. Выкладывай. Вот сейчас пока строить ничего не могу, да? Режим готов. Так, давай еще одно хранилище. Ура! Сверхурочные! Ура! Сверхурочные! Ура! Люблю. Создали мы пенделектом. Давай, удиви меня. Кому навешать? Работа сразу заводит, да? Недостаточно минералов. 45, да? Надо пристроить лабораторию. Так, ладно, сейчас прогресс. Ну, лабораторию пристроим сразу. КСМ готов. Потишки. Потишки. Так. А? Бегомор! Командир, Доминион атакует базу повстанцев. Так, надо помочь. Вот и славно. Там вроде не значит, много. К нам они пока не сунутся. Тайкус, этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать.
животное. Так, еще один. Давайте посмотрим, нет ничего. Выполняю. Точнее. Там проход дальше, понял. Окей. Будет сделано. Так. Кому навешать? Вовремя вы появились. Братишки. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Давайте медиков пока стойте. Добро пожаловать в команду, парни. Так. Это ребята Рейнера. Сюда. Я уже заждался. О. Выноси свою. Давно бы так. Вон они. Бегом. Где? Круто! Так, проход. Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Понятно! Прочь с дороги! Ладушки, гелион пока не будем. Так. Все понятно! Я готова! Медики! Доктора вызывали? Так, сейчас один пехотинец вам тут разведет. Смотри, что здесь. Может быть, здесь какой-то обходной путь? Так. Отлично! Как скажешь. Так, что тут? Так. О. Точно! Конечно! Ящички. Вас понял. Лишними не будут. Доктора вызывали? Так. Еще бы! Так. Кому навешать? Приказы будут? Так, что тут? Так, это что такое? Я иди сюда, мы не собрали здесь. Так, я хочу вот сюда. Рейнер молодчина! Рейнер, да. Точняк. Нельзя туда сесть? Надерите им задницы! Не вопрос. К черту, Доминион! Окей. Жду, так, не вот еще одна. Окей. Разбежка. Денежка разгон. Ачивочка. Ой-ой-ой, сейчас сверлить начнут. Ой, сейчас будет. Ну, ладно, сейчас мы тогда отправимся уже пока. На уничтожение. Давно бы так. Базы противника. Так, медики. Опишите характер недомогания. Я уже заждал. Давай, удиви меня. Кому наверх? Так, Глеона. Лечите, у меня сверлят, быстрее мы должны атаковать. О боже мой, сверлят, да что ж такое, вот тут кто мог знать, да? Так, бункер осмотреть. Ой-ой-ой, медики встали, не дают пройти дискотеку. Так, минус. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими я бойцами такой. И моей деловой хваткой мы ой, многого да, добьемся. Да, рассказывай. Долго добьешься. Поехали, уничтожаем. Так. Казармы снести сразу. Так, вот еще тут машинки строят они. Давайте их уберем. Так. Так. Шикарно! Казармы и завод разрушены. Теперь добьем остальных, и можно лететь на заслуженный отдых. Так, давай сначала. Умри! Получай! Так, вот атака у нас прошла успешно. А если не успешно, я вошел тут без боя. Мне это надо. Все так, я забываю, что... Пока я войду, надо я сразу встроить.
Надерем им задницы! Так. Вот и все. Вроде вход почистили. Система управления экраном. Расшифровка так, кодов главу, защиты. Если адъютант, да? Управление экраном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда. Окей, за 8 минут мы прошли, играли бы на ветеране, получили бы ачивочку. Что ж, смотрим дальше. Что у нас тут будет? Джойрос бар, такое, знаете, место сбора революционера. Колония Марсара, бару Джарея. Так, новости можно посмотреть. Кредиты. Кредиты. Вы сможете потратить заработанные деньги на улучшение своих бойцов. Интересно. И трофей. Каково это? Воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Ух. Да, музыку поменяем. Плакат «Свобода», что-то новенькое. Должен сказать, Джимми, свобода. Ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты. Нет, конечно. Короче, с революцией в баре будет проходить, я так понимаю. Охота. Это что? Знатный зверь. Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит. Окей. Интересные такие вещи. Эти новости посмотрим. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Ну да, да. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайкус. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Вот они, новости. Ну что, с Тайкусом поговорим? Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. И контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь.
Так, ну что ж, дорогие друзья, на этой замечательной ноте мы... А, еще значок посмотрим. Посмотрим на значок Джимми Рейнера. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Ну и на не менее позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю серию начальную. Еще раз спасибо всем, кто помог в приобретении StarCraft Wings of Liberty. Если у тебя есть желание помочь мне приобрести дополнение, ты можешь скинуть сумму не более 50 рублей на WebMoney в Яндекс.Деньги, указанные в описании. Что ж, StarCraft 2 будет продолжаться. С вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Всем пока, друзья. До встречи.